Привет, друзья! Вот так вот мы врываемся в эфир самой счастливой. Коле, привет! Всем привет! Привет, друзья! Как ты после вчерашних танцев Happy Club? Я после мексиканцев вчерашних, я жива. И после мексиканцев, да, и после наших танцев. Ну, в общем, на Happy Radio по-другому не бывает. А тем более, когда в студию... У нас, да, у нас сегодня очень симпатичная гостья. А что симпатичная? Талантливая, певущая. Красота, то вообще, знаете ли, то такое. Какое дело, то не важно. Даже и без наушников красота может быть. Ну ничего, мне так нравится, знаете, как девочки там все, я тут закрываю дырочки, они там все одевают, наушнички подготавливают. О, уже потому это... что ты лентяй, ты стоишь и. Да, вот так вот. Ну, я ж такой, понимаете ли. Ну, такая! Здравствуйте! Приветули, приветули! Пришла к нам сегодня, да? Прилетела. С чем прилетела? С премьерой. И все. Ну, а хорошо. Где-то бутылочка для премьеры. Да, я вижу, вы пока ужали меня 15 минут, уже какая-то бутылочка на полу валяется уже. Да потому что ты опоздун. Ну, слушайте, а что девочки могут? Они сразу бутылочку открывают, там, гадают. У нас да, просто да. Нет штрафных. Мы сразу все прикончили сами. Мылых не вбывали там ніяких? Не. Все, уже не вбывали. Слушай, ну, твой... третий сингл твоего творческого, твоей творческой линии под названием такая, русскоязычная песня, да? Да, все верно. Это получается у нас, как мы недавно придумали название, ну как оно существует, пенталогия получилась. То есть, вот, когда я в прошлый раз рассказывала, что у нас будет несколько треков, которые все взаимосвязаны. Клипами, да, там у тебя было? Да, с клипами. И у нас вот на новую песню тоже будет видео, но уже не клип, а как муд-видео мы решили сделать. И это получается пенталогия, то есть 5 треков. Сейчас вышел третий, останется еще 2, и можно будет сложить целую фильм. Историю. Можно будет снять фильм. Как закрутили. Кстати, друзья, кто не знает, вот предыдущая композиция под названием «Дай вспомнить этот радиоведущий». Забуду. Ты сняла на последнюю модель айфона, да? Да. Полностью на съемочном павильоне использовался айфон. Слушай, многие до сегодняшнего дня в это не верят. Почему? Там качество очень крутое сейчас у айфонов новых. Ну, согласен. Ну, вот. Поэтому я думаю, да, возможно, что могли где-то снимать на камеру. Но мы должны были снимать на камеру. То есть у нас были с собой камеры. Просто в последний момент, когда я увидела уже вот эти кадры на iPhone снятые, я поняла, что, блин, оно выглядит очень прикольно, необычно, почему бы не оставить так. Так что... Друзья, вы знаете, альтернатива... Очень, очень экономно. Экономно и везде, и во всем. Главное проявлять мозговую фантазию. Она просто, наверное, не всегда присутствует. Ну, как это? Не всегда... И посмотрел на меня так. Ну да, знаешь, мы в творческих тоже иногда бываем, вступаемся. Так, а новый трек. Первый день украинской песни. Теперь будем на русском. Теперь будем расширять горизонты. Что за трек? Ой, то есть не под чем. Под чем? В каком у нас... О чем? Я о чем? Трек называется «По тебе скучать». Вот, но мы продолжаем вот эту всю лирическую историю. Но я все время стараюсь по тебе говорить, да, тебе скучать, пить. Ну, да. Главное, чтобы не было потом по тебе ездить. Вот. Но, можно на тебе ездить. На тебе ездить. Это лучше. Ну, у вас это хорошо получается, наверное. Ну как я? Так. Вот. Я случайно написала его на русском, то есть не было у меня цели, прям вот надо сейчас выпустить на русскоязычный сингл. Просто как-то душа вот захотела, текст сложился, мысли сложились в определенную историю, и получился вот у нас такой трек. Мы делали его опять с моим саунд-продюсером, с Ником Найкером. И я не знаю, честно говорю, могу сказать, что вот у нас каждая песня, которая выходит, я ее люблю все больше и больше, вот с новой песней, с новым выходом. Ну, а тут уже сама же написала, понимаешь, не потратилась там 1000 баксов на какую-то найденную песенку. Это дороже, когда ты сам пишешь, это бесценно, Ярик, ты не понимаешь? Вот. Ну, смотри, как пальчики так потираешь, есть легкое волнение, да, такое? Потому что ты бесишь ее. Боже, вы просто ведьма. Ой, ладно, я промолчу. Так. И, в общем, родилась вот так песня, да? Родилась песня, да, и там я попробовала, это мой первый трек, где я попробовала читать рэп. Ну, я не знаю, можно ли это назвать рэпом? Масовочка, ну, давай с вами попробуем. Алена, сейчас. Мы не уверены, да, что, как бы, типа, да, ну, не факт, но вы послушаете через несколько секунд. Так. Вот, и... А ну, завали давай рэпчика сейчас что-нибудь. Читанешь, вот просто, вот что-нибудь. Подожди, мне нужен... Бит.
Ссоры, скандалы, интриги, драма. Ай-яй-яй. Мы вдыхали любовь, разделяя на грамму. Если это себя мы ее проебали на время с другими, тогда мы не знали. Без счастья ей нужно ни слава, ни день попасть бы на мой дверь, окей. О, е, о май гад, бол. Надо аплодировать срочно. Слушай, ну нифига себе, рапачино. Умница, чуть-чуть к концу, чуть-чуть сдулась. Слушай, у тебя сразу цвет кожи стал такой темный. Ты такая, сразу такая стала негритовская. Омега, мэн. О боже. Слушай, ну... Я уже хочу трек прям послушать. Уже хочешь послушать трек. Ну, ребята, давайте мы это сделаем все вместе, если вы не против. Я готова. Ты готова? Такая, по тебе скучать, премьера, встречайте. По тебе скучать, знаешь, как больно. По тебе скучать, глупо, глубоко настолько. Ай-яй-яй, да ай-яй-яй себя. Ай-яй-яй-яй. По тебе скучать, знаешь, как больно. И тебя любить, глупо, глубоко настолько. Ай-яй-яй, да ай-яй-яй себя. Опять в твоем парадном. Я как всегда к тебе самым нарядным. И почему опять к тебе хочу? Так хоть руки мне свяжи, я к тебе добегу, добегу. И между нами молчание тень. И в памяти был только тот день. Ты где-то там, а я где-то здесь. И ничего уже не сделать, есть как есть. По тебе скучать, знаешь, как больно. По тебе скучать, глупо, глубоко настолько. Ай-яй-яй, да ай-яй-яй себя. По тебе скучать, знаешь, как больно. По тебе скучать, глупо, глубоко настолько. Ай-яй-яй, да ай-яй-яй себя. Ай-яй-яй-яй. По тебе скучать, знаешь, как больно. И тебя любить, глупо, глубоко настолько. Ай-яй-яй, да ай-яй-яй себя. Что я могу сказать? И что ты можешь сказать? Ничего. Аплодируем. Премьера такая. Спасибо. С прекрасной песней, которую я вспомнил. По тебе скучать. Лирическая такая, сопливая немножко. Лирическая немножко сопливая, но с биточком. С биточком. Вкусно. Биточек с хлебушком. Она просто другая, чем те две. Да, да. Она очень-очень другая. Слушай, а вот ты веришь в то, что, знаешь, вот говорят, выпустил артист песню, класс, потом выпускает еще. Ой, вы знаете, у вас такая же, она похожа. Они у вас все похожи. А мы опять выпустим такую же. Вы же снова ее будете слушать. Это же наш почерк. Вот, ну и даже, в принципе, почерк не почерк, а все равно еще таких 100 тысяч опять же скачать такую же похожую песню. Ты как вообще вот с этим мнением? Мне, честно говоря, это не совсем близко, потому что я знаю, что, наверное, правильнее концептуально делать все в одном ключе, типа, чтобы все было похожее. Примерно, я уже даже говорю не про идею текста, а вот музыкально. То есть в одной тональности,
части все там, все песни можно сложить в одну. Но мне просто кажется, что если это там еще 2-3 трека, это окей. Но если это вот продолжать весь альбом годами, да, годами делать одну и ту же музыку, это приедается в любом случае. Особенно если артист находится в одном и том же образе. Поэтому... То есть, в принципе, еще там вот можно треки, ты будешь менять стиль, да? Или как оно? Ну, хочется как-то, ну, не то чтобы кардинально разные, то есть я в рок не уйду, например, после этого, да, трека. Понятно, что у меня есть... Когда кто знает, знаешь, артисты со студии Happy Radio выходят, случается, да, разные вещи. Случается всякое. Нет, мне нравится меняться, но у меня все равно же есть определенная своя стилистика, которой я, скорее всего, буду придерживаться какой-то вот период времени, то есть вот сейчас вот у меня жизнь идет. И запах у тебя Монталь или что это, я не знаю. Нет, Тизиана Трэнсо. Простите, а то, знаете, помню, делала к нам камбэк 2 месяца назад с премьерой, да, и вот захожу сразу в офис, и вот так такой, знаешь, узнаешь, штын такой приятный. Шлейф. Очень шлейф. Многие шлейф говорят, что всегда понятно, где я нахожусь. Вот, видишь, палишься. Не, ну, по крайней мере, приятно, что, знаете, люди пахнут, правда? Когда неприятно пахнут, Ярик. Да, когда бывает не пахнут, приятно, то вообще когда неприятно. Только, ну, не очень, да. Слушайте, я предлагаю, вы как все-таки тут преобладающая сегодня женская половина, я сегодня меньшинство, ну, по крайней мере, в ближайшие вот еще. Всегда? Ну, как бы, да. Вот, замечательную веселую игру ПМС. Так называется, это веселая игра. Мое любимое слово. Вот. Одна минута у вас будет, и что, собственно, вам надо сочинить и вспомнить поочередно самые накипевшие слова, когда приходит период... Не матерная, Ярик, нельзя в эфире. Ну, будьте оригинальными, пожалуйста, и за одну минуту напомните вот эти слова всем мужчинам. Как мы вместе, одновременно или как? То есть, если вдруг слышите эти слова, имейте в виду, как бы в общем-то. Мы вместе или мы по очереди? Мы вдвоем, давайте, девочки. Фантазируйте, включайте фантазию, я не знаю. Я думаю, Адриана, наверное, ты начнешь, да? Трындец. Капец. Фигня. Вот это жесть. Бесит. Ноет. Хочу сладкого. Хочу борща и шоколада. Селедки мне, пожалуйста, и сгущенки. Привези мне в 3 часа ночи апельсинов. Уйди, не беси. Я соглашусь. Уйди, не беси, самое лучшее. И точка, все, Ярик, да. На этом все. Ну что, еще все не вспомните? Хорошо, а наоборот такие хорошие, приятные, бывает же, когда уже в состоянии эффекта, так сказать. После таблетки обезболиваешься. Да, ну... О май гад, был. Я так этого ждала. Incredible. Incredible. Хочу еще прихода, не знаю. Дайте 2, да? С собой заверните. Слушайте, девочки, ну вы прям, я не знаю, прям... Такое ощущение, что у нас никогда просто не было. Миссис оригинальности. Ну, друзья, вы записали все слова в случае, если в экстренных случаях... Девочки все так их знают, наизусть. Они сами приходят, это просто у нас в генетике вложено. Слушай, ну у вас сейчас, кстати, сейчас сленги, апгрейды появляются постоянно, и какие-то, знаете, новые словечки. Ты приходится думаешь, их гуглить, потому что возраст уже не тот. Кто-то что-то скажет на улице, ты такой, подождите. Проверить. На дети, да. Слушайте, не, ну, в общем-то, шутки шутками, но все-таки планы серьезные у тебя. Ты на сцене уже, как знаешь, как ветеран, скоро будешь догонять. Там. В хорошем смысле этого слова, ты что, точнее? Да, вот, мы тебя тоже догоним. Напланировала что? Там, не знаю, клипец, может быть, где-то уже выступать будешь, может, даже выступишь, поддержишь вечеринку Happy Radio, там, я не знаю, а может быть, сейчас психанешь и пойдешь, навалишься шампусика какого-нибудь там. Не, ну это понятно, сегодня же премьера. У меня ж нос зачесал. Носик. На самом деле, вот мы сейчас планируем по тебе скучать, отснять муд-видео. Это уже... Это не означает, что все стало плохо. Сначала у нас был полнометражный нормальный клип, потом клип на телефон, а теперь муд-видео. Так. Интересненько. Я тут просто так смотрю, что... Просто Ярик камерой играется и... Да, в камере. А, палец в нос мне тыкает. Маленький. Так, ну а в общем-то видосик-то на эту прекрасную лирическую... Возможно будет, да, скорее всего. Но если будет в ближайшее время, но самое основное это то, что у нас
Тоже достаточно скоро будет выходить новый тоже сингл, который продолжает дальше эту историю, и он будет уже с полноценным клипом, который мы тебя уже тогда скоро ждем. Будем снимать, да. Еще можете, нас тоже там подснять можете, мы умеем иногда там, знаете, по что-нибудь поулыбаться там. Когда будет у нас актерский каст, я знаю, кому звонить. Вот, если что, то вы сразу всегда... Нас, знаешь, сколько? Нас тут в офисе много, особенно мальчиков. О, прекрасно, у нас было мыло уже одного, еще надо кого-нибудь обязательно убить. У нас Сереж особенно много, я не знаю, это, знаешь, проблема, знаешь, наверное. Проклятие, да. Там семь Сереж, как бы, знаешь. Я напишу песню про Сережу, или, по-моему, есть такая же песня. Есть, но я думаю... Так старая, даже никто дал. Ты новенькую, что, знаете, всегда будет, как говорится, актуально. Ты напиши про Сергея. Сергей, да. О, точно. Сергейко. Вот. Вот. Абоярчик. Абоярик. Слушайте, талантливая, красивая, пахнущая хорошо, такая. Вот мы ей сейчас аплодируем. С премьерой еще раз тебя поздравляем. Спасибо. В родную Беларусь поедешь презентовать? Поеду. Поедешь? Да, еду в конце месяца, с 20-х чисел февраля. У нас будет неделя как раз вот презентовать этот трек, где-то у нас будут лайвы. И потом мы начнем готовиться к концерту, который будет в мае. У нас запланировано пока что три города. Это Киев, Львов и Минск. Ну все, мы ждем приглашения. Да. Мы ждем, кстати, да. Ну, хотя мы даже без приглашения туда придем. Потому что такие, знаешь, да, особенно там, где еда и алкоголь, то как бы... Мы там, да. У нас чуйка, знаешь, из-за всех мест сразу. За еду. Вот, отлично. Мы за все. Ну что? Я хочу, да, песню послушать. Раздевайтесь. Точнее, будем танцевать. Я хочу еще песню, да, только из прошлого твоего песню послушать. Было мыло? Да, любимое. Ну, давайте ее поставим. Такая, спасибо тебе большое. Аплодируем тебе. Ну и поддерживайте такую, она молодец. Она молодец, как бы, ну а что? А если вы так не считаете, то вы тоже молодцы. Но вы просто оставайтесь с Happy Radio. Такая. Happy Radio. Слухайте, я вам расскажу. Так я вбила, але не шкодую, ні. Все не так, як здається. Так йому треба було, він забрехав, тому я вбила, пила, мила.